каким ты часто вообще задавался вопросом, какой мы мирок себе создали, что вроде бы все люди, все как бы вроде как братья, а только каждый за такими решетками живет. Некоторые даже на втором этаже решетки устанавливают. Бред. Так, короче, я вообще о другом. Проснулся сегодня утром, а у меня раз и минус один кот. Вчера заснули вместе, а проснулись без кота. Наверное, кто-то на улице мяукнул, котик подошел и погнал на прогулку. Не, вообще он у меня, конечно, кастрированный. Я, конечно, был против, но в один прекрасный момент я понял, что либо у меня будет кастрированный кот, либо у меня кота вообще не будет. Пришлось. Вот. Но я хочу сказать, что он, короче, очень сильно похож на меня. И если ему там отрезать, то от этого ничего не изменится. У него есть еще целый орган, которым можно трахать. Вот, мозг. Вот, поэтому для него это все равно не проблема, как и для меня. Вот. Не, ну я думаю, найдется. Ну куда он тут денется? Главное, чтобы только его машина на дороге не раскатала. А то тут проспект Нахимова рядом. А вообще, я вот что думаю. Да что-то сегодня решил, думаю, посажу-ка я это себе, руколу. У меня тут есть еще пару пакетиков руколы. Поздновато, может быть, конечно, садить. Видишь, оп. А знаешь, где я ее взял? О, надо будет Жеке Саламатову написать. Саламатину. Так, короче, года 4 назад, в феврале месяце, я там сделал заказ первородных семян. Столько разных, интересных у парня. Где-то, я уже не помню, где-то аж с Челябинской области. Вот, он мне, короче, передал на Москву, а с Москвы мне еще один парнишка прислал этим уже прямым поездом в Мариуполь. И все как-то посадил, а вот рукола осталась. Вот. Не знаю, ну так получилось, прикинь, за 4 года. Ну, видишь, жизнь меняется. Иногда мы планируем одно, потом приходится делать корректировку. Вот. Расстраиваться по этому поводу не стоит. Потому что всегда все только к лучшему. Вот. Я думаю, посажу-ка руколу. Сейчас замочу. Может быть, конечно, уже и поздновато по времени. Ну, это ж не кто-то будет другой садить, а я. Сейчас замочу, оберну в марлечку, потом я тут компост своими руками делаю, вот, и высажу прям в свой компост на балконе, посмотрим, что получится. Вот так вот. Конечно, я надеюсь, что кот... Да не, его тут хрен, наверное, нарисуешь, это он теперь 100 пудов. Он серьезно, у меня такой кошара интересный, что у него там хоть пиписки, чи когда, не, пиписка-то есть, и этот... Яичек хоть у него и нету, но он все равно такой боевой какой-то. Интересный вообще. Ну ладно. Давай.